Я приветствую любые способы общественного контроля за чиновниками. Я считаю это правильно. Я считаю, что если человеку нечего скрывать, то он не должен бояться проходить ни через какие процедуры, в том числе и через детектор лжи. Но с другой стороны, проблема-то у нас идет с самого верху. И проблема коррупции – это не проблема нижнего звена. Проблема коррупции в том, что коррупция – это механизм управления. Это вертикаль, которая идет с самого-самого верху до самого-самого низу. И мне, честно говоря, трудно представить себе вице-премьера, даже премьер-министра, министров правительства, чтобы они сидели с этим самым детектором лжи, облепленные датчиками проводов, и каким-то образом оправдывались, что они делают и что они не делают. Очень я в этом сомневаюсь. А если это делать на более нижнем уровне, то это не даст никакого эффекта, потому что это только винтики машины, это элементы системы, но это не те люди, которые этой системой управляют. Я считаю, что начинать надо с самого верха и менять вообще всю систему мотивации и работы государственной службы.